Пловец из Серпухова успешно выступил на чемпионате Московской области в РУЗе. Никита Кулев выиграл 100-метровку вольным стилем и на спине. И в итоге завоевал кубок золотой рыбки. На его тренировке побывал наш корреспондент Илья Сиразов. Один из лучших пловцов Подмосковья Никита Кулев в свои 13 уже неоднократный чемпион области, выигрывал медали на самых разных стартах. На турнире в РУЗе он стал лучшим в общем зачете по сумме трех этапов престижных соревнований. До него такое удавалось лишь одной спортсменке Серпухова. 10 лет назад кубок золотой рыбки завоевала Светлана Фомичева. Как говорит сам Никита, поддержка наставника и близких сыграли немаловажную роль в успехе. Обогнал всю Московскую область и почти там в Россию. Я как уже начал подтягивать свои результаты, вот добился этих медалей. Мне помогали, конечно, тренер, прям натренировал хорошо. Поддержка всей команды, мамы, папы, брата, бабушки, конечно. Уже на следующий день после возвращения с соревнований Никита стал готовиться к будущим стартам. Уже через месяц чемпиону предстоит защищать честь Серпухова и области на всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин». Молодой атлет делает ставку на скоростную работу на спине и вольным стилем плавания. Уже попадание на соревнования «Веселый дельфин», это всероссийские соревнования, очень престижно. И у нас буквально по пальцам можно пересчитать людей, которые из Серпухова туда попадали. Это Левандовская Настя, Светлана Фомичева. И все. Даже Женя Шишов не попадал туда. Вот, поэтому попасть в состав команды уже престижно. Занять призовое место для нас – это мечта. Конечно, мы уже и примериваемся к мастеру спорта, до которого нам осталось 2 секунды. Но все будет зависеть от того, как звезды сложатся на небе. Сейчас Никита и его друзья по команде активно готовятся к будущим стартам, проводят трехчасовые тренировки 6 раз в неделю, оттачивают мастерство, работают над выносливостью и скоростью. Фундамент для будущих побед должен быть хорошего спортивного качества.